Наводнение привело к перемещению десятков жителей деревни Акплабанья в западном округе Ада в Африке 4 апреля, поскольку приливные волны обрушились на Кету и Аду. Прибрежные поселения в Гане снова подвергаются наводнению со стороны приливов и морских волн. Акплабанья has been submerged. Properties are destroyed. Has entered people's homes. People are displaced. And we cannot help it. Which is the houses of people. And Akrabanya needs help. Akrabanya has now become an island.